предыдущей серии. Она пришла в себя. Я человек. Смерть уже близко. Я ее знаю. Клаудия. Он жив? Когда ты совершила ритуал для Вайкина, ты встревожила Айрис. Мы пришли отменить то, что вы создали с помощью этого ритуала. Вы либо можете вернуться в Средневековье, либо можете остаться здесь. Но в таком случае вы никогда не сможете по-настоящему быть друг с другом. Я хочу остаться. Вайкин! Я связываю огонь, воду, землю и воздух. Как связываю воедино наш крепкий союз. Она создала братство. Ее звали Адет. Я убью всех твоих друзей, Лина. Одного за другим. Дай мне ритуал прямо сейчас, Лина. Хорошо. Я дала ей фальшивый ритуал. Так или иначе, сегодня ночью я произнесу одно маленькое и вполне безобидное заклинание для нашей защиты. Барьерное заклинание. Здесь написано, что наш замок в Ватерсейдже сгорел. Вампиры пришли нас искать. Я потерял свои чертовы супервампирские способности. Она убила ребенка, Сули. И ты сомневаешься в том, сможешь ли ее простить? Я вижу мысли рода. С днем рождения! Я хочу быть единственным, кто покажет тебе, каково это выжить после ритуала, Лина. Это новое видение о роде? Он видел меня вчера вечером. Ты находишься в таком состоянии после парочки стаканов персикового шнапса? Ты ведь была могущественной вампиршей, королевой. Это даже смешно. Нет, Вайкин, барьерное заклинание сработало. Думаю, Адетта поняла, что ты дала ей фальшивый ритуал. А что, если она все еще там? Горячая. Должно быть, это произошло совсем недавно. Господи, благослови это место и избавь от нечисти. Уже это видела? Да. Лина, осторожней. Что это было? Я убью ее. Вайкин, нет. Обращайся с жизнью. Не так быстро, красавчик. Ты дорого заплатишь за это, Лина Бьюден. Ты в порядке? Она убегает. Я должен поймать ее. Нет, ты слышал, что она сказала. Я не хочу подвергать тебя опасности. Хорошо. Но ты видела ее раны? Они... Мгновенно зажили. Да, я видела. Мы очень недооценили ее способности. Какого черта она делает на территории кампуса? Она смогла проникнуть сюда еще до окончания октября. Значит, защита ритуала больше не работает. Эй, Рэйчел, не хочешь зайти ко мне на кофе? Привет, Майк. Нам лучше зайти внутрь. Я не понимаю, откуда она черпает свои силы. Даже барьерное заклинание не смогло толком ей повредить. Чего не скажешь об этом бедняге. Она настолько безжалостна, что даже пожертвовала членом своего братства. Ведь она наверняка поняла, что ты сотворила барьерное заклинание еще до того, как войти сюда. Я собираюсь выполнить заклинание призыва. Я не буду просто сидеть тут сложа руки и ждать. О, в самом деле?
Я сделаю вид, что не заметила сарказма в твоем голосе. Но, Вайкин, мне правда нужна твоя помощь. Особенно сейчас, когда Адетта с легкостью может проникнуть на территорию кампуса. Ты ждешь от меня поклона? Или моего обычного согласия на словах будет достаточно? Мы призовем Сулиня, и мы сделаем это до восхода солнца. Хорошо. Неужели ты даже не попытаешься меня отговорить? Не в этот раз, ведь барьерное заклинание все же сработало, хоть я в это и не верю. Хорошо, тогда мы попробуем следующее заклинание на рассвете, когда луна и солнце будут сменять друг друга. Это самое подходящее время суток для магии. Должен ли я теперь называть тебя боссом? Перестань. А как насчет королевы? Или богини, а? Что выбираешь? Она потеряла одного из членов своего братства. Теперь их осталось четверо. И еще мы знаем, что она быстро исцеляется. По крайней мере, это уже что-то. Хоть какая-то новая информация для нас. Есть и еще кое-что, что мы узнали о ней сегодня утром, прелесть моя. И что же это? Она еле-еле поднялась на ноги, хотя у нее была всего лишь парочка царапин и ожогов на лице. Ну и что? А то, что раны, даже самые незначительные, все же ослабляют ее. Она точно откуда-то черпает свои силы. Возможно, какое-то заклинание или что-то еще. Давай сейчас не будем беспокоиться об этом. Просто сосредоточься на том заклинании, которое ты хочешь сотворить. Да, ты прав. Идем. Нам понадобятся все четыре стихии. Заклинание должен начать ты. Ты последний из нас, кто недавно был связан со сверхъестественным миром. Надеюсь, босс, ты уверена, что это заклинание не убьет нас обоих? Пока здесь будет нарисован магический круг, заклинание призыва точно будет работать. Так значит, мы призываем Сулиня, чтобы он помог нам справиться с вампирами? Да, план таков. Начинай. Я призываю тебя, Сулинь. Я призываю тебя. Появись передо мной в этом священном месте. Ничего себе. Вот это мощь. Я даю тебе землю и воду. Я призываю тебя, Сулинь. Лина? Я призываю тебя, Сулин, приди к нам в трудную минуту. Я призываю тебя, Сулин. Лина, черт побери, вот дерьмо. Что случилось? Ничего не вышло? Где находится госпиталь? Больница на кампусе. Но нам нужно быть рядом с моим домом. Барьерное заклинание. Они почувствуют магию, мы должны быть в безопасности. Это была просто блестящая идея, Лина. Призвать Сулиня. Призвать его с помощью стихийной магии. Кто сказал тебе не лезть, Лина? Намекнул, что нужно остановиться. Правильно, огонь. Сама стихия велела тебе не вмешиваться. Но нет, Лина Бьюден не слушает жалких указаний Айрис. Не мог бы ты оставить свои колкие замечания при себе, Вайкин? Нет, Лина, не мог бы. Ты видела, во что превратилась твоя рука? Хотя нет, лучше не смотри. Сейчас не самый подходящий для этого момент.
О боже! Но я же сказал, не смотри. Ребята, смотрите! Лина, что с ней случилось? Кто-нибудь позовите Джастина! Ну вот и все, Лина, с перевязкой я закончила. Теперь твоя рука надежно защищена от внешних воздействий. Ну как же тебя угораздило так повредить руку? Я готовила на костре. Тебе очень повезло, юная леди. Открытое пламя может привести к ожогам третьей степени. Отныне питайся только в студенческом союзе. Посмотри на это с другой стороны. Теперь ты тоже в клубе избитых и раненых. Лина! Всего пару минут, Джастин, и я обязательно уйду. У нас тут не зоопарк. Простите, мэм. Как ты, любимая? Я в порядке. О, а вот меня, кажется, сейчас стошнит. Я принесу тебе дозу обезболивающего, Лина. Это была Адетта? Нет, это была не она. Просто Вайкин и я пытались сотворить заклинание призыва. Призыва? Чтобы призвать Сулиня. По-видимому, все прошло не слишком удачно, верно? Да, приятель. Как же тонко подмечено. Аккуратно, Лина. Осторожно, Лина. Вот, я держу тебя. Нет, это я ее держу. Успокойтесь, я в норме. Вот, Лина, держи, выпей это. Вайкин, ты должен будешь проводить Лину домой. Или же это можешь сделать ты, Джастин. Не знаю, ребята, решайте сами. Джастину наверняка нужно спешить на очередную тренировку по футболу. Прекрати, Вайкин. Все необходимые лекарства и инструкции находятся в этом пакете, Лина. Просто следуй им. Хорошо. Вайкин, иди сюда. Я расскажу тебе, как нужно будет обрабатывать руку Лины, раз уж ты будешь сопровождать ее домой. Как насчет того, чтобы поужинать сегодня вечером? Ужин с меня. Хорошо. Звучит отлично. Рука все время должна быть перевязана, а в пятницу придешь, и мы ее разбинтуем, чтобы посмотреть, как поживает твой ожог. Я проведу ее, не волнуйтесь. Вот и славно. Ну а теперь, Лина, ты можешь возвращаться домой. Хорошо, спасибо. На всякий случай я принес тебе еще и кофе. Так, а теперь запомни. Если ты захочешь принять душ, то ты должна будешь обернуть повязку полиэтиленовым пакетом, чтобы она не намокла. Остальные инструкции по приему лекарств я оставил на тумбочке. Эй, ты меня вообще слушаешь? Почему он не пришел? Почему Сули не пришел ко мне? Ох, Лина, забудь об этом. Может, это потому, что Рот меня не простил? Я говорила тебе об этом? Он думает, что после всех моих ужасных злодеяний моя душа черная и порочна. Он сам тебе это сказал? Не совсем. Хорошо, похоже, тебе пора поспать. Думаю, обезболивающие наконец начинают действовать. Как ты думаешь, мы все умрем? Адетта убьет нас? Ох, мы будем обсуждать это сейчас или, может, лучше подождем, когда ты придешь в себя? В себя? Мне надо бежать, но позже я зайду тебя проверить. Не выполняй больше никаких заклинаний. Заклинания. Заклинания, которые не работают. Из-за которых я пострадала. Это же банкетный зал Уикхэма. Но почему я оказалась здесь? И где все? Эй, здесь есть кто-нибудь? Джастин? Мне всегда нравилось это платье.
Его выбирали Клаудия и Кейт. А где все остальные? Где Джастин? Я никак не могу его найти. Он вернется. Не хочешь потанцевать со мной? Хочу. Дала лишь бы увидеть тебя вновь. Ты увидишь. Но когда? Лина, я могу. Нет! Нет! На вкус он был лучше всех. Тони? Привет. Я как раз шел к тебе, чтобы узнать, как ты себя чувствуешь. Прошлой ночью я тоже заходил, стучал, но ты так и не открыла. Эти таблетки и вправду на меня подействовали. Я вырубилась и ничего не слышала. Я беспокоился за тебя. Сначала умерла мисс Тейт. Затем Адетта напала на тебя в торговом центре. Теперь вот заклинание призыва и твой ожог. Я был неправ, стараясь не обращать внимания на происходящее вокруг. Теперь я действительно хочу помочь тебе. Послушай, мы можем поговорить об этом позже? Я хочу подняться в художественную башню, и если я не схожу туда сейчас, то уже никогда не смогу этого сделать. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Ты хочешь посмотреть на портрет? Да. Прости, но я не смогу пойти туда с тобой. Я еще не готов. Я не думаю, что мы с Тони были друзьями. Но когда он умер, и я это видел, то... Я понимаю. Но я должна сделать это прямо сейчас. Приходи ко мне после этого. Хорошо, я приду.
Нет, я не рисую. В этом году это мой обязательный предмет. У меня такое чувство, будто я смотрю на другую себя. На Лину из другой жизни. Тебе всего лишь 17, и говоришь так, словно прожила целую жизнь. Иногда мне так кажется. Милый портретик. Как видишь, Лина, я больше не боюсь людей, но ты должна бояться меня. О, как это трогательно. Королева пришла поскорбеть о несчастном мальчишке. Неужели ты и правда думала, что я не узнаю, что ты дала мне фальшивку? На самом деле, да. Я не считаю, что ты слишком умна. Лина, кто это? Лучше тебе не знать. И ты действительно думала, что я попытаюсь выполнить этот дурацкий поддельный ритуал? Да. Более того, я уверена, что ты попробовала его выполнить. Ты поверила мне. Поверила, что я настолько глупа, чтобы вот так сразу дать тебе настоящий ритуал. Ты наверняка послала своих людей разыскивать для тебя смехотворно редкие ингредиенты, которые я перечислила. Черный кристалл с африканского побережья. Как можно было в это поверить? Лина, что происходит? Кейт, беги! Позови кого-нибудь на помощь! Можешь не стараться, дорогуша. Дверь заперта. Кто-нибудь на помощь! Помогите! Откройте дверь! У меня будет самое могущественное братство во всем мире. И не мечтай! Кто-нибудь на помощь! Помогите! Откройте дверь! Я хотела застать тебя без Вайкина и Рода, и мне это удалось. Но я все равно не могу убить тебя. Пока что. Иронично, не правда ли? Род никогда не выходит один без оружия. Жалкий смертный. Всегда ходит в компании других учеников, разговаривает с учителями. Но ты другое дело. Высокомерная Лина Бьюден выбрала остаться наедине с убогой смертной девчонкой. Как глупо. Лина, я никак не могу открыть дверь. Нет. Попробуй меня остановить. Нет! Кейт! Нет, Кейт, нет. Очнись, посмотри на меня. С каждым днем я буду становиться сильнее. И рано или поздно ты отдашь мне ритуал. Но я не смогу тебя достать, если ты окажешься в тюрьме из-за смерти этой девчонки. Поэтому... Кейт! Какая досада. Мне так жаль. Ты только послушай. Несчастная девушка оказалась тут именно в тот момент, когда эта рухлядь не выдержала и упала. По-моему, это гениально. Ты чудовище. Спасибо, конечно. Но сейчас я советую тебе бежать. Прости, Дмитрий. Еще увидимся, королева. Не скучай. Итак, кто-нибудь собирается рассказать мне, что произошло на самом деле? Потому что я видел Лину прямо перед тем, как Кейт... Прямо перед тем, как я услышал о ее смерти. Одного за другим. Вот как это будет происходить. Вы все находитесь в опасности из-за меня. Но я только одного не могу понять, откуда она берет такую силу. У нас нет оружия против нее. И единственное, что мы о ней знаем, это то, что ее ослабляют ранения. Но этого мало, учитывая то, насколько быстро она может высасывать кровь из своих жертв. Как она вообще может делать это так быстро? Нам нужен план. Самое главное для нас сейчас – это держаться вместе. Лина, очнись! Мы по уши в дерьме, и с каждым днем мы погружаемся в него все глубже. Давай, расскажи Роду, что мы попытались сделать. Отлично, Вайкин. А ты не мог просто помолчать? Что ты должна мне рассказать? Я пыталась призвать Сулиня к нам на помощь. Но попытка кончилась неудачей. Что значит, ты пыталась призвать Сулиня? Видишь ли, мы выполняли заклинание призыва. Может, уже заткнешься? Что вы делали? Ну и когда ты думал рассказать мне об этом, Вайкин? А он что, твой шпион, чтобы обо всем тебе докладывать? Я думал, что это может оказаться полезным для нас. Ты совсем ничего не понимаешь? Ты же прекрасно знаешь о том, что вампиры чувствуют магию. Я вообще удивлен, что она не нашла вас раньше и не вырвала ваши сердца, пока вы выполняли это заклинание. Порой стоит рискнуть. Как ты повредила руку? Это произошло во время сотворения этого чертового заклинания, не так ли?
И ты позволил ей сделать это? А как, по-твоему, я мог ее остановить, приятель? Сулинь может всех нас защитить. Я думаю, не стоит обсуждать это при нем. Он все равно ничего не понимает. Вообще-то я все прекрасно понимаю. Лина, ты думаешь, я не пытался связаться с Сулинем сам сразу же после того, как вы с Вайкином сказали мне, что встретились с Адетой в лавке трав? Но у меня ничего не вышло. Ты сделала свой выбор тогда на поле лучников. Поэтому никто нам теперь не поможет. Чего хочет Адетта? Ритуал. Быть Линой. А мы разве не можем просто взять и отдать его ей, чтобы избежать других смертей? Что я такого сказал? Что я такого сказал? Ничего умного, это уж точно. Сохраняйте спокойствие. Видишь ли, Джастин, если сверхъестественное существо вроде Адетты наполнит заклинание недобрыми намерениями, это будет всем нам грозить очень серьезными последствиями. Да, ритуал действительно может вознести Адетту до небес, наделить ее такими способностями, о которых многие лишь мечтают. Но вместе с тем ритуал может выпустить из недр земли реальное зло и привлечь его в Lover's Bay. Возможно, оно и не будет питаться человеческой кровью, но забирать души способно точно. Вот только мы не сможем возвести барьерное заклинание вокруг целого кампуса. И что же мы тогда будем делать? Нам нужен Сулинь. Или мы могли бы попытаться призвать Айрис, ведь они намного могущественнее любого вампира. Вот именно, Лина. Как ты не понимаешь? Они гораздо сильнее, поэтому мы не можем призвать их. Мы даже с Сулинем связаться не можем. А ты уже замахнулась на Айрис? А почему бы и нет? У нас еще есть время. Красная ночь еще только через несколько недель. Но, видимо, барьер между сверхъестественным миром и нашим уже начинает ослабевать. Лина, ты едва смогла выйти из художественной башни живой. Ну и что же ты тогда предлагаешь делать? Сидеть запертыми в своих комнатах и никуда не выходить? Нам нужно хорошенько подготовиться к тому, что произойдет. Мы ведь знаем, что Адетта слабеет, когда получает даже легкое ранение. Значит, нам необходимо выждать правильный момент для того, чтобы напасть на нее. Пока что это наш единственный план действий. Значит, нам нужно оружие. Я уже не сплю вторую ночь подряд. Каждый раз, когда закрываю глаза, вижу, как вновь и вновь умирают мои друзья. Эй, это там Трейси? Она перекрасила волосы и постриглась? Но почему? Как думаешь, куда она собирается пойти? Я прослежу за ней. Нет, Лина. Ты же знаешь, что может произойти, если она останется одна. Хорошо, но я иду с тобой. А может, нам и не придется никуда идти? Подожди тут. Трейси! Трейси, подожди! Как ты? Нет, Лина, держись от меня подальше. Что? Я? Почему? Трейси, я ведь... Лина! Ты все прекрасно слышала. Мне нужно идти. Куда ты собираешься идти? Это не твое дело. Ну что, она сказала, куда собирается пойти? Нет. Но кажется, я догадываюсь. Если мы собираемся пойти за ней, нам нужно оружие, но у меня с собой только один кинжал. А у меня два. Идем.
Как думаешь, сколько времени понадобится Адетти, чтобы найти нас? Думаю, всего несколько минут. I walk the halls invisibly. I climb the walls. No one sees me. No one but you. Трейси, с тобой все в порядке? Нет, ничего не в порядке. Все просто ужасно. Разве не заметно? А могу я узнать, что же все-таки случилось? Ну, тише, Трейси, не плачь, все хорошо. Я никому не нравлюсь, я останусь совсем одна. Неужели я настолько плохая, и во мне нет ничего хорошего? Я уверен, что где-то внутри тебя скрывается очень милая и добрая Трейси Сад. Просто нужно выпустить ее наружу. Ты правда так думаешь? Конечно же. Как я выгляжу? Тебе нравится? Ты сногсшибательна, и это очевидно. Трейси, ты в порядке? Я же сказала, держись от меня подальше! Ты что, издеваешься, что ли? Во-первых, это все равно не работает, а во-вторых, мы не вампиры. Ты знаешь, кто это сделал, и молчишь. Что сделал? О ком ты? О том, кто убил Кейт. Джастин сказал мне, что ты там с ней в художественной башне. И даже не думай отрицать это, Лина. Я не трогала Кейт. Или это был ты, Вайкин? Все мы знаем, на что ты способен. Трейси, успокойся. Это сделали не мы. Я была в комнате Тони в прошлом году. Я видела фото твоего портрета с Родом, написанного сотни лет назад. Я все видела. Вы пришли в нашу школу и угадайте, кто умер. Правильно, Тони. Затем две мои лучшие подруги. Кто же следующий, Лина, я? Браво, браво, браво. Серьезно, я чуть не прослезилась. Такая пламенная речь, так душевно сказана. Оказывается, не все смертные в этом убогом месте лишены мозгов. Смотри-ка, Лина, даже эта глупая девчонка поняла, кем ты была раньше. Эх, если бы она только знала, как ты мучила и убивала невинных детей ради своего удовольствия. Погодите, я это вслух сказала? Упс, теперь она знает все. А вы же понимаете, как поступают с теми, кто слишком много знает? Только через мой труп. Как скажешь, дорогая. Вайкин! Неужели ты так ничему и не научилась, Лина? Я всегда буду сильнее, быстрее, умнее тебя. Трейси, беги! Неплохой удар, Лина. Я оценила, но он вряд ли мне навредит. Неужели ты действительно думала, что твоя маленькая подружка сможет меня остановить?
Разве ты не видела, на что я способна? Насколько я сильна? Я думала, что все мои предупреждения звучали довольно убедительно, но ты, видимо, плохо меня слушала. Если ты до сих пор думаешь, что сможешь обвести меня вокруг пальца, то ты ошибаешься, королева. Отдай мне ритуал. Никогда. Почему, Лина? Почему ты так сопротивляешься? Предупреждала тебя, Лина, но ты меня не послушала. Теперь ты отдашь мне ритуал? Да, я сделаю все, что скажешь. Я помню тот день, когда изменила тебя. Это произошло всего за несколько часов до моего погружения в столетний сон. Я сказала Вайкину обратить тебя, но он этого не сделал. И тогда вмешалась я сама. Я прошу прощения. Я извиняюсь за то, что сделала. Не пытайся отвлечь меня! Это я напала на рода в Хаттерсейдже, намереваясь получить ритуал, раз уж ты его мне не дала. Но все, до чего он смог додуматься, это поджечь этот чертов замок. Вы оба трусы. Вы оба трусы, и поэтому сегодня, Лина, ты пойдешь со мной. Я собираюсь похитить тебя. И когда Род придет за тобой, то увидит лишь твое мертвое тело. И тогда он расскажет мне все про ритуал. У тебя все равно ничего не выйдет. Ты недостаточно сильна, чтобы призвать ту тьму, к которой ты так стремишься. Ты ничего не знаешь о моей силе. Ну что, сейчас тебе интересно с нами играть? Вайкин, осторожно, она очень сильная. Именно поэтому я и ударил ее ножом в спину, красавица. А теперь расскажи-ка нам, откуда ты взяла свои суперсилы, а? Я выполнила заклинание, о котором вы никогда даже и не мечтали. И с каждым днем я становлюсь сильнее. Лина, мне нужен еще один нож. Пожалуйста, у меня еще вся жизнь впереди. Я хочу жить. У тебя? Лина, быстрее, она исцеляется. Ты жалкий ребенок. Это у меня вся жизнь впереди. И она начнется после сна. Но я не могу лечь на голодный желудок. А ты как раз молода и здорова. Пожалуйста. Лина! Она уходит! Трейси, стой! А ну-ка остановись, сумасшедшая девчонка. Сейчас же! Зачем ты побежала за ней? Думала, что сможешь победить ее в одиночку? Не знаю, просто я очнулась, и когда увидела, что она сбегает, я на секунду во мне проснулась такая решимость, что я захотела всадить ей нож в спину. Вайкин, мне очень жаль за то, что я не смогла вовремя подать тебе клинок. Все в порядке. Нет, не в порядке. Я же просто замерла на месте. Успокойся. Ты просто испугалась. Мне понадобилось целое лето, чтобы смириться со смертью Тони. Ты убил его, потому что был вампиром? Мы сделали довольно много вещей, будучи вампирами, но которых никогда бы не сделали, будучи людьми. Эта блондинка убила Клаудио Кейт, не так ли? Да. Я провела все лето за изучением вампиров. Я знаю, почему у тебя на стене висит тот меч. Знаю, почему в твоей квартире так много старинных вещей. И я понимаю теперь, почему в первые дни в этой школе ты все время носила солнцезащитные очки и шляпу. Тони тоже изучал тебя. Он знал, почему ты носила на шее в своем кулоне пепел в прошлом году. Я любила Тони. Он был моим лучшим другом. Поэтому я бы никогда не причинила ему вреда. Я не собираюсь осуждать вас. Мне просто потребовалось целое лето, чтобы признать, что слухи могут быть правдой. А потом Джастин подтвердил их. Ну, точнее, он не сам решился рассказать мне об этом. Скорее, это я заставила его сделать это. Как? Сначала я угрожала ему, что разобью фары его машины. Но когда это не сработало, я просто показала ему результаты моих исследований. Все то, что я смогла найти. Я рассказала ему о вашем с родом портрете. И он наконец раскололся, открыв неправду о тебе.
У вас с Тони гораздо больше общего, чем я думала. Я хочу узнать. Когда-нибудь. Не сегодня, но я хочу точно узнать, что действительно случилось с Тони. Это все, чего я хочу. Ты можешь пообещать мне, что расскажешь? Да, я обещаю. Но что будет дальше? С этой блондинкой сложно справиться. Тебя это не должно волновать, красавица. Я понимаю, но если все же я вам понадоблюсь, знайте, я готова помочь всем, чем смогу. Выходит, тебе вернулось то экстрасенсорное восприятие? Да, я ясно видела, что задумала Одетта. Я видела образы ее ужасного плана на Хэллоуин. Но что могло послужить причиной возвращения к тебе такой способности? Я была ее создателем. Это единственное объяснение. Я понимаю ее, как бы сильно не пыталась отрицать этого. Почему ты не убила ее, когда была такая возможность? Потому что я уже убила ее однажды. Мне правда очень жаль, что я не сделала того, что должна была. Но мысль об убийстве Одетты во второй раз просто парализовала меня. Ладно, давайте закончим на этом. Время ужина. Да, ты прав. Ты в порядке? Когда ты рядом, да. Но я никак не могу понять, почему Сулин тогда так и не откликнулся на мой призыв. Я же все делала правильно. Магический круг, 4 природные стихии, заклинание и мое намерение. Постой-ка, намерение. Ну конечно, как же я раньше не догадалась? Заклинание не сработало, потому что мои намерения были недостаточно чисты. Для того, чтобы ритуал призыва прошел как надо, мне необходимо было направлять свои намерения на что-то одно. Но моя же голова в тот момент была забита слишком многим. Мне понадобится твоя помощь. Конечно, все что угодно. Я собираюсь выполнить его снова. Что? Заклинание призыва? Да, пойдем. Лина, подожди! Эй, куда это ты собралась идти? Я собираюсь снова выполнить заклинание призыва. Ах, вот оно что. Тогда спешу тебя огорчить. Ты официально сошла с ума. А что он здесь делает? И куда мы направляемся? Мы возвращаемся на пляж в Лаверс Бэй. Ты с ума сошла? Эй, подожди! Лина, стой! Я даже не могу продолжить курить, насколько сильно я зол. Что ж, тогда я уже считаю эту поездку удачной. Лина, ты могла умереть. Ты еле уцелела. Разве наша последняя поездка за пределы кампуса тебя совсем ничему не научила? Если Лина действительно хочет выполнить это заклинание, она это сделает. Без тебя. Красавчик, ты даже понятия не имеешь, о чем вообще говоришь. Так что мой тебе совет. Отойди от машины и иди домой, баиньки. Пожалуйста, перестаньте. Ты, между прочим, тоже можешь погибнуть, тупая твоя башка. Я все равно сделаю это, Вайкин. Хорошо. Тогда я тоже поеду. 3 больше 2. К тому же треугольник является символом бесконечности. Быть может, это нам как-то поможет во время заклинания. Хорошо, но только если вы оба пообещаете мне не ссориться. Я должна быть сосредоточена только на заклинании. Обещаю. Только если он пообещает не приближаться ко мне. Я не фанат безжалостных убийц. Выходит, я тебе тоже не должна нравиться. Оу. Я не это имел в виду. Я хотел сказать... Садись в машину. Вы оба.